Йогу! Всем привет! С вами Енот. С вами Макс Пейн. Аж тебя убью. Чёртов снайпер! И от него убежала какая-то моно. Серьезно? От этого ложка? А у меня в доме вообще есть что-нибудь? Обезболивающее там. А мне бы тут ремонт-то не помешал бы, знаете. О, патрончики. Стиралка старенькая. О, я помню, тебя знаю. О, обезболивающее. Конечно, живу я как последний бомжар, ничего не скажешь. Такова судьба детектива, да? Так, а этих жмуров она оставила убегать. Уходите, то есть... дома никого нет. Они тут убирали мусор, да пошла и убила их. Ну уж нет, убирать никто меня не выставит из моего собственного дома. Поосторожнее с ружьем, леди. Детектив из 304-й? У меня есть еще одно. Хотите? Давай. Ладно, покажите мне это ружье. Заходите. Ха, неожиданно. А бабка-то боевая. Спасибо. Не за что. Хулиганы, а когда-то это был хороший квартал. Да не говори. Он сам вломился, вы же видели. Запритесь и не открывайте никому, кроме полиции. Он сам вломился, и вы это видели. Ага, когда это у нас срабатывало? А-а-а. На карнизе. Он там. Трос. Ну давай, остановись. Фу, минус. Ну вылези. Там Пейн, скинь мяч. А скинул ему только пулю. Спите. Подожди, я брат, а они услышат. Ты так странно встал. Они следят за мной. Не меня, они слушают. За всеми следят. Если выключить телевизор, не услышишь. Шафман хочет, чтобы все было шипе. Огонь на пробор! Трос! Фух, я уже думал, если нам еще человек 10 выскочит. Они заклинили лифт. Да. Молодцы, а ничего скажешь. Опять открытое окно. Нет? Какая-то женщина в красном. Интересно, кто это? Как мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога, но сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой. Вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могло бы быть и почти. Я слышала, как они разговаривали в коридоре. Ходят, нос везде суют.
помню, как мы с моим Бленом летом в деревню ездили. Или я это по телевизору видела? Да неважно. Я нашел убежище снайпера, битком набитой аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели, возможно, даже месяцы. Каждое мое действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. Так. О! Можешь когда-нибудь да пригодится. Оставьте мне сообщение. Эй, где тебя ночь? Опять опасно. Слушай, это отмазка про бессонницу, стара как мир. Я знаю кое-кого. Просто хочу помочь. Здание хочу тряслось, как в припадке. Взрыв раздался со стороны моей квартиры. Что позвонили в опасные связи. Чтобы выбрать девушку, нажмите кнопку Кэнди 1, Сэнди 2. Так, кто еще у нас есть? Сдохни! Лови! Тебе не скрыться! Просто умри! Да. Не хотел бы я жить в таком районе. Где чуть что, так сразу стрельба! Надо же, теперь аптечки выпадают, или это просто на этой сложности? Алло, вы где? Чтобы пройти, мне был нужен код. За дверью были большие квартиры. Специальные, а не улучшенные планировки. То есть в этом бомжатнике еще были красивые квартиры, да вы издеваетесь? Помогите, они хотят убрать меня. Спасибо, парень. Ты меня спас. Они забаррикадировали дверь снаружи. Ужасные времена настали. Диктатура уборщиков. А другой выход есть? Через крышу, как голубь. Тебе нужен код от седьмого этажа. Его Эд знал. Ну, Эд, дворник. Бедный Эд. Эти безумные уборщики портят ему все дело. Я думал, мне откроют дверь или что-то в этом роде. Окей, а наверху что есть? В общем, нужно быть крайне осторожными. Одна ошибка, и вроде идешь хорошо, а тут уже все. Тебя опять пытаются убить. А может, туда, куда я шел, была секретка? Нет, значит, мне там надо дойти уборщика или какого там. Я себя ненавижу. Night, it's late, goodbye. Эй! Полиция Нью-Йорка. Мне нужен код от двери седьмого этажа. Да, да, я его знаю. Сейчас. А, вот. 667. Сразу за числом зверя, понял? Понял, понял. Вот хорошо. Оставайся здесь. Ладно. Сразу за числом зверя. Это типа отсылка на 6666. О, колеса прячешь, да? Закидываешься, да? Че, меня сейчас встретить должны были, да? То есть трупы ваших друзей вас не смутили. Чувак, ты жив? Чувак?
Походу грохнули. Да, походу мертв. Но это издевательство, я не буду делать. Адекватный, да? А вы попробуйте сами в это поиграть. Давай, попробую, что ты думаешь? Все так просто. Ой, да, старые игры, блин, хорошие. В смысле, это не 7-й этаж? Черт, лифт нужен. Я помню, играл, как-то захотел пройти Принца Персии, господи, какая жадская игра это. Как ее могли полюбить столько людей, это же просто ужас. Просто галимый ужас. Я помню, на мобилке играл, она еще нормальная была. Но первая игра на ПК, это просто, не знаю что, это ужас. Почему я не отошел? Ну-ка, и что вы здесь делали? Жалко бабку. Я заблудился в улицах Нуар-Йорка. Город поглотил Зерку и мою девушку. Я был частью какой-то сложной и самостоятельной игры. Краем глаза я постоянно ловил то тень за углом, то блеск линз бинокля в окне. Они следили за каждым моим шагом. С каждым новым убийством, которое совершал Зерка, план города менялся. Да, сюжет, конечно, так себе. Как-то он... не очень аккуратно здесь ходил, если честно. Да, походу, дробаш в шкафу здесь. Это обычный аксессуар. А я еще за нее не заплатил. М. Это стабильно Макс. Да, господи, то прыгай ты, а? То он может прыгать, то не может прыгать. И мне ниже? Эй-эй-эй-эй! То есть мы поднялись на 7-й этаж, чтобы спуститься на 5-й? В чем прикол? Ну ладно, зачем я ищу здесь какой-то смысл? Даже не знаю. От взрыва начался пожар, но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли. Мне нужно было спуститься на улицу. Знаете, я привык уже к старому Максу Пейну, это какой-то чужой. На улице ему нужно, ага. Вот дерьмо. Черт! Офигеть. Так, я заново на 7-м. О! Секреточки, это хорошо. Правда, не всегда их нахожу, ну да ладно. Умри! А, аптечек тут больше, чем надо, кстати. Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. А эти откуда взялись? Или она прошла, а потом эти вылезли. Такие, о, здесь трупы. Ну ладно. Кто-нибудь, вызовите кого-нибудь.
Позвоните по... Спасибо. Я твой должник. Ого. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся, я тоже служил в полиции, как и ты. Ладно, иди за мной. Да, я был копом. Это сгубило мой брак. Откройте дверь! Жена постоянно боялась, что со мной что-нибудь случится. Сукины дети заперли дверь. Ты пришел меня спасти? Типа того. Что-то вроде того. Надо выбираться отсюда. Если потушишь пламя, то сможешь вылезти через окно на третьем этаже. Девушкам иногда приходится постоять у себя. О! Так мы уехать можем? Стоять, сволочь! Все живы? Куда он там взялся-то, а? Газовый вентиль был в подсобке. Был. Я выключил газ, и пожар на третьем этаже больше не помеха. Ну так комментируйте. Ну, напоминайте. Итак, значит, собрались как-то бывший коп, коп и проститутка в подвале. Ага, прикольно, да, начало анекдота про. Алло. Это не проститутка. Хотя одеваешься, как она. В принципе, сейчас молодежь от них не особо отличишь. Садами шарится. Третий этаж-то, где бомжа, да, вытащил? Вот, теперь туда. И опять все один да один. Куда же идти? Направо или налево? Я же не знаю, такой сложный выбор. Не люблю, когда игра толкает меня по намеченной цели, но при этом не люблю играть в Dark Souls подобные игры. Класс. А птички? И чё, в окно просто выпрыгиваете? Нет! Я гениально просто чёрк. Я ж посмотрел, думаю, надо обойти. Нет, прыгнул. У меня нет никакого инстинкта самосохранения. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Не трогайте моих друзей! Да, один воняет. А что делать? Так, кто еще там хочет получить? Ребята, вы как там? Эй! Кто живой-то? Ладно, когда-нибудь я спущусь, может, туда и убью их всех. Так. Понастроит. Как так-то? То есть он еще упал на меня, да? Мать моя!
Хо-хо-хо-хо! Ха, прикольно. Я не ожидал, что там есть, слушайте. Дайте лутануть их, а. Штурмовали твою квартиру? Ты бы еще в яслях погром устроил. Что дальше будет? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Смотрим сейчас протестующие. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганьити. Он в сговоре с кем-то еще. Может, с уборщиками. Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганьити в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала, оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей. Мона жила в старом павильоне ужасов. Его построили по какому-то телесериалу 90-х и забыли сразу после окончания сериала. Так. Стоп, это нафига я нажал? F5. Думаю, надо сохраниться. Дотянись до него, Макс, блин. А. Вот, вот это вот старый Макс. Смотрите, это же Макс, да? Вот это Макс. Стоп, вот это Макс. Старый Макс. Старый добрый Макс. Понастроить не вылезешь. Кого мы здесь будем убивать? Я чувствовал, что это ловушка. Я чувствовал себя виноватым. Боялся, что меня поймают. Да что тут думать-то? Какая ловушка? Ну чего? Это же обычное дело. Все, что все в крови. Так, раньше был М16, или как они называли, какой-то автомат. Орел. Вообще без палева, да? Вон он, остановите его. Ты не слышишь? Мы найдем тебя. Тебе некуда бежать. На входной двери не было замка. Я удивлялся, почему это место не кишило бродягами и бродячими псами. Что ж, ничего удивительного. Да. Плать, наверное, это страшно. Ну, хотя у меня дробаш, ну, то есть автомат. Зеркала намного интереснее телевизора. Она выкрасила волосы. А, типа круто. И вот весь секрет раскрыт. Нету зеркал, есть просто точная копия комнаты. Хотя здесь уже не точно, видите, это сломано. Прошлое не отступает. И ты везде видишь его искаженное отражение, как в перемотанном назад кино. И ненавидишь тех, кто напоминает тебе о прошлом. Хотя это все только в твоей голове. Иногда аттракционы становятся бредовым отражением жизни. Если в такой ситуации можно сохранить чувство юмора, считай, тебе повезло. Но мне не везло уже давно. Или само место было не таким уж смешным. Я чуть испугался, когда полетели, думал, выворачиваться надо.
идея вообще, что мне. Так, психодрайв, да? Вижу. Павильон ужасов. Это туннель страха. Один ужас за другим. И выбор один. Пан либо пропал. Он заставляет тебя задуматься о свободе воли. Неужели все уже выбрано за нас? Вау. А это смотрится прикольно, если честно. Я попал за декорации. Конец пути был все ближе и ближе. Мона тут тусит, капец. Нажать можно что-нибудь? Фух, я думал, они развернулись. Думаю, чего? Когда я первый раз встретился с Моной, ее сестра-близнец была убита. Это, наверное, похоже на безумие. На шизофрению, наоборот. Когда твое второе «я» внезапно замолкает. Мы оба потеряли своих близких. Да. Я убил своего «я» где-то там. Воображение или где еще, я не понял. Дверь Моны была заперта. Я мог бы постучать, но у меня возникло параноидальное желание обследовать все вокруг. Как будто у меня был выбор. Оружие и взрывчатка не оставляли никаких сомнений насчет ее рода занятий. О, МП-5, это прикольно. Мой младший брат. Боже мой, Джек, в чем дело? Почему ты таишься здесь, в темноте? Ты что, следил за мной? Это неподобающий поступок для лорда. Вовсе нет, если я знаю. Она в душе? Мона? Знаешь что, Мона, певица ты никудышная. Да. Ты изменила тактику. Нам надо поговорить. Дай полотенце, а? Раз уж ты здесь, можешь прикрыть мне спину, пока я одеваюсь. Все, что она мне рассказала, это что нас кто-то хочет убить. Судя по ее поведению, в опасности был только я один. Ну, в принципе, как обычно. Нет уж, расскажи мне все. Внутренний круг. И что? Тайное общество убирает всех, кто знает о его существовании. Да ладно, брось. Где доказательства? Я знаю одного человека оттуда. Он готов говорить. Альфред Уоден? Нет. В любом случае, я могу отвезти тебя к нему. Вот до сих пор еще первая часть, офигеть. Она явно сказала мне не всю правду. Пойдем. История круга восходит к древним масонским обществам. Они способны убить или купить кого угодно, хоть самого президента. А я-то думал, что теория мирового заговора вышла из моды. Мы на месте. И они тоже. Нет уж, оружие буду применять только я. Какой этаж? Они пришли за ним. Лифты управляются с помощью ключей от квартир и с этого пульта. Они отключили почти все этажи, на которых находятся. Охрана включила сигнализацию, прежде чем их убили. Надо действовать быстро. Может, просто подождем полицию? На, держи, нам нужно быть на связи. Ты управляй отсюда лифтом, а я пойду... Я иду наверх. Смотри, ты мужчина. У меня здесь есть план на этажи. Я тебя проведу. Кстати, а как ты выжила? Я видел, как пуля попала тебе в голову. Может, она там и осталась? Помогает мне думать. Чтобы это сработало, я должен был ей довериться. Ладно, за работу. Уборщики впереди и слева охраняют дверь Коркорана в другом конце зала. Секунду. Ха, прикольно. Так, ладно, мы куда-то приехали. Я вырубись. Что, реклама вырубил меня? Я вызвал полицию. Ну да, конечно.
Полиция уже едет! Я вызвала их! Они заберут вас! Ага, как выставить себя дурака! Он убил своего товарища! Ублюдок! Ты не говори! Они убираются и в других квартирах. Коркорен сказал, что другие члены группы живут в этом доме. Обалдеть здесь. Расфигачили все. Я нашел тело. Худой парень в костюме. Это не Коркорен. Он человек крупный. То есть мне надо найти кого-то чувака. А они тут тупо всех устраняют. Стрельба и прочее, да? Ну ладно. Блин. Я на месте. Немного осмотрюсь. Надеюсь, тут боссов не будет, а то не хочу убивать их по 100 раз. Ну, тратить патрон больше, чем надо. Я в этом плане. Здесь ничего. Посмотри наверху. Иду наверх. Не должно остаться. Огонь! Ха! Жмура нет. Мы опоздали. Он уже мертв. Пора сматываться. Уходи оттуда. Уборщики идут к тебе из вестибюля. Я не мог уйти, не прихватив ни единой улики. На снимке группа мужчин на фоне особняка. Там был Коркорен, там был сенатор Гейт. И Альфред Уоден тоже. Все оказалось правдой. Здесь действительно был замешан внутренний круг. Да. Каким макаром он был замешан? Убили на целлофанке. И все на крови дофига. Сразу видно, он не умеет убивать. Как говорится, не убивать не берись. А ну вылези. А. Хочу вот с этой побегать. Не знаю почему, но мне кажется, в этой части легче стрелять, что ли. Возможно, стереотипы. Тут тоже какой-то жмур, да, должен быть? Алкоголь. Что все закрыто-то. Но здесь район сразу видно получше, конечно. Обидно, что нету никакого. Ого. Попробуй спрыгнуть на балкон этажом ниже. То есть не сидели и играли на его трупе, да? Молодцы. На балкон этажом ниже. Вот он на команду тащит. Щечек не потащился, не знаешь. Все в порядке. Мне кажется, что-то не так. Они на стреме стояли. Тебе не кажется. Да ладно. Там наверху все в порядке.
кажется, что-то не так. Держи подарочек! Осторожно, в укрытие! Нормальный так подарочек. Не-не. Огонь! Моно, что дальше? Выставили еще уборщика. Спасибо за информацию. Ну, прикольно, что они сделали разные дома, это прям так. Ну, квартиры не однотипные. Интересно даже. Нет, нет, что происходит? Как раз вовремя. За что его? Это... Не дай! Нормально. А мне куда? Сюда, не сюда? Я даже в душе не чаю, куда мне идти. Ты будешь очень смеяться, мы за дверью снова уборщики. Справа, за стулом. Спасибо. Я не знаю, что делать, Макс. Я проверю квартиру, которую охранял уборщик. Да, он же не просто такое охранял. На тебе, падай. Мне же улететь красиво. Я нашел платформу для мойки окон. Я спускаюсь. Макс? Да? Не знаю, я просто хотела сказать... Черт. Мона. 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 Карабин М4. Ну ладно, давайте с дробашом побегаем. Ну, конечно, не такой хороший, как пулеметик, но что поделать. Вниз он уходит! Поцелуйся в мостовой, ублюдок! Откуда ты их кинул мне? Я сохраниться хочу. Я должен это сделать, простите. Умри! А, не дали досмотреть. А где посмотреть, долечу я до конца или нет? Ладно, давайте на этом закончим и продолжим в следующий раз. Ну, вторая часть поприкольнее, кстати, первой поприкольнее. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.